Кристина Асмус любит показывать, чем богата. Несмотря на всю критику и смешки, актриса продолжает гордо оголяться на публику. Впрочем, бывшая жена Гарика Харламова прекрасно понимает, что не всегда к месту сверкать обнаженными прелестями. Но хитрости Кристине не занимать. Так, на 45-й Московский международный кинофестиваль Асмус заявилась в голом платье. Вроде бы все и прикрыло, а проглядывающая сквозь светлую ткань грудь с торчащими сосками все равно легко бросалась в глаза. Надо сказать, что многие звезды на вчерашнем мероприятии решили продемонстрировать народу свои прелести. И голый наряд был не у одной только Кристины. И все равно Асмус сумела отличиться. Она будто специально привлекала внимание фотографов, веселясь на красной дорожке. Зато Кристина смогла похвастаться фигурой. Уже видно, что актриса вовсю работает над лишними кило, которые совсем недавно сыграли с ней злую шутку. Тогда, напомним, все начали подозревать бывшую Харламову во второй беременности. Асмус даже пришлось выходить на связь и объяснять, что все дело в слишком вкусной еде, которую ей предлагали в очередной рабочей поездке. «Всех волнует мой вес. Итак, открываю вам человека, ответственного за него. И это не мой мужчина. Это продюсер, который привез меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур», заявила тогда Кристина.